Задумалась рыбка. Вот, главный браконьер. Евпатория скирдует. Нет. Посмотри, как у нее это стал. Подожди, дай посмотрим. Сейчас мы. Но она его, да, хорошо туда всосала. Такая небольшая ставритка маленькая. Забирай. Не ищет легких путей, поэтому в противоположную сторону от котла кидает. Котелок, вот он. В тылу, в тылу. Да, вот это кайф. Ё-моё. Опа, я смотри, смотри, я снимаю, она у меня клюнула, пока я там, ну, ничего не крутил. Это вообще что? Как бы да. Большая ставитка. Не очень большая. Почти как селедка. Она такая прыткая. Да маленькая будет. А может карась, блин. Горбыля я же здесь поймал одного. А, о, может и горбыля. Одного в казачке. Не, ну это не горбыля. Вот ты смотри, что натворил. Не ругайтесь, нас дети слушают. Вы что, я запикивать не умею? Да вообще запикивать. Да делать больше мне нефиг, вот это ковыряться там в этой всей ерунде. Да маленькая, я же говорил. Куда ты руки тянешь? Я хотел ее поймать на лету, а ты там что, твою тоже поймать? Вон она идет. Вон. На глиссер. Красавец. Ну, да, нормуль. Пикернули вот такую рыбку смешную. Очень красивую. Вкусная, наверное. Красавчик. Здесь покажи лазит. Нам. Сейчас мы эту задницу покажем. Что там за зверь? Сейчас как в том видосе будет. Ты главное водолаза. Твою ж мать. Капец. У тебя фрикцион, ну, отпускает все, что ты пытаешься намотать. Так там. Нет, там поклевка была, да, спиннинг. Нифига, что-то плещется большое. Непонятное. Лохнесское какое-то чудовище. Две, наверное. Может две, может за задницу поймал. Поперек. Браконьер, я же говорю. Поперечный. А, назад получилось. Ну, да. Сейчас отошла куда-то чуть подальше. Парень налетел, поднял. Ага. Не, поймал. Поймал? Да. Видел? Ага. Ему рыба не нужна просто. Нормально ловится на кислотнике. Никаких проблем. Как вымять руки, можно получить. Особенно, когда замечтался о чем. Не клюю. Слушай, ну мы потом в лодке на шпоре помечтаем, там все равно не ловится. А ну... Продемонстрируйте, пожалуйста. One moment, please. Обычная ставритка, самодурный размер. Она котлы устраивает просто ниже. И чайка не видит. Красавеля. Пригорюнилась такая. Да еще и икриной. Или сожрал кого-нибудь. Ай, какой красивый. Да. Сараган. Они тебе увеличивают размер рыбы. Покажи, как двумя ручками свалило.
35 грамм ловятся. Ничем их не испугать, походу. Супер! Да, что там у тебя, 35-ка есть? Да. Полдень, 15 грамм кислоты, и все нормально жрет. Небольшой. Очень небольшой. Вот это я понимаю лапой. Да, на 15. Пятнашечка и маленький карасик. Зубастый. А? Все хорошо. У нас тут. Дура, блин. Подойдем. Ах, красавец. Шипит. Хоть подержу его.